зовут Шилов Дмитрий Юрьевич. Я рабочий радиомонтажник. Второй год занимаюсь в Красном университете на втором курсе. Вот. И за это время, в общем, очень много узнал полезного, нужного, как рабочему. Вот. Так, я думаю, эти знания нужны вообще каждому человеку, который заинтересован в развитии и развитии нашего общества, вот, страны. И мне, как рабочему, эти знания, ну, надеюсь, помогут улучшить свое положение, свое и положение моих товарищей в коллективе. Потому что положение, так скажем, не очень хорошее. Ну, в Ленинграде там вот еще более-менее. Вот, но вот, вообще в целом по стране зарплаты низкие, условия плохие. Вот, и люди перерабатывают и, в общем, подвергаются эксплуатации. И, ну, без, да, и сознание, что делать, и как выйти из этой ситуации, ну, в общем, мало кто представляет, вот, в общем, что делать и как улучшить свою жизнь, вот, свое положение рабочего. Вот, и в этом поможет Красный университет, вот, прежде всего, теоретически изучить труды классиков и практически вот уже выработать какую-то тактику борьбы, исходя из условий вот данного там предприятия. Вот. Ну и без знаний, конечно, вот глубоких теоретических знаний, ну, вряд ли что-то можно добиться серьезного. И Красный университет, конечно, является уникальной такой площадкой, поскольку здесь собрались такие специалисты высокого уровня. Вот, и вот, в общем, приглашаю всех воспользоваться этой уникальной возможностью, потому что, ну, это действительно... Я такого нигде не видел, вот, ни в интернете, нигде, вот, то есть такого уровня знания. И марксизм, он представляет из себя цельное такое ядро, поэтому изучение его самостоятельно тоже является трудностью, серьезной проблемой. Вот. И то есть с чего начать, и информации много. Вот, поэтому лучше всего ее получить от профессионалов, и, в общем, добро пожаловать в Красный университет, изучайте, учитесь и применяйте на практике. Вот, а другой идеологии просто нету у нас, у рабочих, вот, и нету, и ниоткуда, и она не появится, вот, то есть, вот. Желаю успехов в учебе.